Одному из крупнейших теплоэнергетических предприятий Московской области, акционерному обществу «Люберецкая теплосеть», исполнилось 55 лет. О буднях и праздниках коллектива в репортаже моих коллег. Сегодня Люберецкая теплосеть – это 5 эксплуатационных районов, 75 котельных, 95 центральных тепловых пунктов. Вырабатываемая мощность всех котельных и ЦТП позволяет обеспечить теплом более 1500 многоквартирных домов и 131 социальный объект округа. Сегодня нам исполняется 55 лет. Уже десятилетия сотрудники Люберецкой теплосети обеспечивают надежную работу оборудования и поставку тепла люберчан. Ну, все-таки основной ресурс нашего предприятия – это наши люди, наши сотрудники, которые поддерживают работу оборудования в надлежащем режиме и обеспечивают подачу тепла люберчанам. На предприятии трудится более 900 человек. Вклад в общее дело вносит каждый. Максим Чудненко здесь работает четверть века. Прошел путь от мастера до начальника района теплоснабжения. Как и у многих сотрудников, Люберецкая теплосеть – первая и единственная запись в трудовой книжке. Очень много людей работают по 15, 20, 25 лет. То есть, как у нас говорит наш главный инженер Андрей Львович, в теплосеть ноготком завяз, и все. Либо навсегда остается, либо человек через полгода уходит. Теплосеть для меня – это второй дом, вторая семья. Вот здесь у меня очень много друзей, коллег, крепких, настоящих, верных, преданных, на которых я могу положиться и которые могут положиться на меня. В честь юбилея предприятия в актовом зале собрались лучшие из лучших. Звучали поздравления от коллег, депутатов, главы округа. Планы у нас очень серьезные. Предприятие всегда будет развиваться. Огромное спасибо всем, кто работает. Особые слова благодарности – это нашим ветеранам. Это, конечно же, династиям, которые работают в теплосети. Тепло в доме. Горячая вода, отопление – это всегда это вы. Поэтому спасибо вам за ваши труды, за вашу работу. Сотрудникам, которые вносят большой вклад в развитие предприятия, вручили награды. Залог успешной работы коллектива и предприятия – преемственность поколений. В Люберецкой теплосети этому уделяют важное значение. Наравне с опытными специалистами работает молодежь. Тут у меня есть и старшие наставники, то есть я инженером работаю, да, и есть слесаря, которые тоже подсказывают. У них опыт уже есть большой, у меня не очень, я уже 1,5 года работаю. Вот, но преемственность тут большая, то есть всегда помогают. Дружный коллектив у нас очень. Я поздравляю Люберецкую теплосеть с 55-летием. За более чем полувековую историю Люберецкая теплосеть сделала огромный скачок в развитии инфраструктуры и научно-технического потенциала, достигла высоких производственных показателей. И это только начало. Богдан Колесников, Петр Пономаренко, Люберецкое телевидение.